Good morning, everybody. So today's lesson, I prepare for you the dialogue, разговор на тему свободное время, free time in English. Dialogue free time, okay? So now we will start in English and in Russian. So, hello, David. How are you? Hello, David. How are you? Привет, Давид. Как дела? Привет, Давид. Как дела? Говорю, как дела? И он отвечает. Hello, Linda. I'm okay. And you? Hello, Linda. Hi, Linda. I'm okay. And you? Привет, Линда. Нормально? Окей, нормально. И как ты? Или и как у тебя? Еще раз. Привет. Привет, Линда. Как дела? Нормально, нормально. И как ты? Или как у тебя? И она отвечает. I am well. My mom has a birthday on Sunday. My mom has a birthday on Sunday. I must buy her a present. I must buy her a present. Will you go with me? Will you go with me? So, она отвечает теперь на русском языке. Хорошо, хорошо. Как дела? Хорошо. My mom has a birthday. У моей мамы день рождения. Birthday – день рождения. У моей мамы день рождения. I must buy her a present. I must. Я должна кому? Ей. Pronoun. Okay, местоимение ей. Я должна ей купить подарок. Я должна ей купить подарок. I must buy her a present. Will you go with me? Ты пойдешь со мной? Ты пойдешь со мной? Еще раз. Хорошо. У моей мамы воскресенье. Воскресенье. Я забыла о том. Воскресенье, это значит on Sunday, день рождения. Я должна ей купить подарок. Ты пойдешь со мной? Ты пойдешь со мной? И что он отвечает? It's a good idea. I have a time now. It's a good idea. Хорошая идея. It's a good idea. На русском языке. Хорошая идея. I have a time now. У меня теперь есть время. I have a time now. У меня теперь есть время. Время, it's time. И она отвечает, okay, we can go by bus. We can go by bus. And in the city, we can also take a cup of coffee. Okay. Okay. На русском языке договорились. Это очень часто. Okay. Договорились. В порядке. Договорились. We can go by bus. Мы можем ехать на автобусе. Мы можем ехать на автобусе. We can go by bus. Мы можем ехать на автобусе. И следующее. We can also take a cup of coffee. И в городе мы можем зайти. И в городе мы можем зайти тоже на кофе. И в городе мы можем зайти тоже на кофе. And in the city we can go for a coffee. И в городе мы можем зайти тоже на кофе. И что он отвечает? Now in English. Great, our bus is coming. Great, our bus is coming. Great, замечательно. Great, замечательно. Our bus is coming. Наш автобус уже идет. Мы его видим. Наш автобус уже идет. Окей?
Я думаю, что вы понимали очень хорошо. Здесь некоторые слова, например, great, замечательно на русском языке. Our bus is coming. So наш автобус уже идет. Мы можем зайти на кофе. We can go for a coffee. Okay, next. Maybe. Okay, это очень важно. Договорились. Договорились. It's a good idea. Хорошая идея. Например, хорошая идея. Можно использовать это слово, это выражение. We can... Okay, maybe. We can go by bus. Мы можем ехать на автобусе. Мы можем ехать на автобусе. Да. И... Okay. I have good time. У меня есть время. У меня есть время. And you sure? You sure? Maybe I don't know. So, birthday, день рождения. My mom has a birthday. У моей мамы день рождения. Я должна ей купить подарок. Я должна ей купить подарок. I must her buy a present. Okay, it was very short, simple dialogue between two friends. Я думаю, что вы поняли этот разговор. Что? Используйте эти слова, попробуйте выучить. Можно вы записали. Okay, that's all for today. I'm looking forward to you for next time. See you. Пока. До свидания.